Привет всем. Приехал в деревню. Надо сходить в металлом собрать. Вот. А у нас погодка вот такая вот. Конец апреля, блин, у нас снег валит. Посмотрим, покопаем. На этой тачанке вывезем. На этом аппарате поищем. Я вчера думал долго. Кнопки-то не вечные. Взял скотчем, залепил, потому что руками рядами трогаешь, то не пленочку порвется. Вот сейчас возьмем лом и подуем туда, край речки. Блин, смотрите, циклон какой идет. Все не видно ни хрена. Блин, а металлом надо забирать завтра на работу, а то уйдет. Ну вот я дошел до места, где складировали. Это вот эту кучку, и вон там, до вчера, за 2 часа накопали. Остальное вытащил уже назад к себе во двор, чтобы никто не упер. Смотрите, что, какая метель поднялась. Блять, и как копать-то? Вот надо. Соседи думают на меня, наверное, совсем дурачок. Вот, вода ушла, здесь вчера вода была, стояла. Сегодня ее нету. Вот. Ладно, будем пробовать копать. Так, минут, наверное, 15-20 я не включался. Нашел тут трубу. Часть ее поломал, часть ее вон в воде. Вон. Докопать ее, тоже вырвать. Ну вот, за 15 минут получается немножко. Килограмм 15, может, нарвали. Труба толстостенная. Хорошая. Погода устаканилась, циклон убежал, солнышко, ветерочек, все опять в норме. Ну, покопался я тут еще немножко, практически все тут выбил. Вот. Мало, не мало, но что-то накопал. Ну, килограмм уж 30 подобрал. Сейчас будем грузить это все компактно и тащить до дороги. Все это будет тащиться вручную. Земля, грязь лишней не надо. Вот. Вот так вот. Вот такие вот пластиночки попадаются. Ну все от сельхозтехники. Вот. Здесь, видать, стояла техника, ремонтировалась. А я же ушел и пришел и нашел их. Вот так вот. Сороки летают, утки летают, весна полным ходом идет. Вот. Мы сейчас я соберу железо и поедем на старую улицу. Там еще поснимаем, покопаем немножко. Вот эту ленту транспортерную я, наверное, потом заберу. Ее тяжело нести, надо вдвоем. Вот. Шурин приедет, утащим. Нечего спину гнуть. Так, включимся на той улице, на старой, сгоревшей. Вот. Вот так вот. Ну что, ребята? Не получилось ехать на ту сторону, на ту улицу. Буду заканчивать, потому что у нас вот такая хрень идет. Там как даст, так даст сейчас. Надо ехать домой. Вон, смотрите, туда вот вдалеке еще снег, циклон идет. Все бело. Вот такой у нас Урал непредсказуемый. Солнышко опять вот светит. Хорошо, благодать. Вроде бы и тепло, блин, а ветерок подует оттуда, откуда-то, с полей, и холод. Будем сворачивать, поедем домой. Надо будет ужин готовить. Супруга на работе. И собираться завтра на работу. Ладно. Ждите новых роликов. Завтра, если пораньше приеду с работы, то запишу новый. Съездим, заберем оттуда металлолом. С той улицы, с дальней, которая сгорела. Вот. Потому что пока никто не нашел, его не увидел, а то на готовенькое сразу сопут. Вот. Ладно, всем пока. Всем ни пуха, ни пера. Всем копаем, как говорится. Барахлишка хорошего и монетишек. А мы
поедем домой. Ладно, подписываемся на канал. Всем пока-пока, ставь лайки. На такой вот черной тучи заканчиваем сегодняшний коп.